ДТП на трассе с участием рейсового автобуса произошло в 9:20. На момент аварии в салоне находились 37 человек. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса, следовавшего из Гусь-Хрустального во Владимир, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение. Без жертв не обошлось. По предварительным данным, пострадали более 10 человек. Обстоятельства происшедшего уточняются сотрудниками полиции. Проводится расследование. В настоящее время известно о 17 пострадавших, из них трое детей. Все они госпитализированы. По факту ДТП региональный следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».